Так, ну что, Афоня сегодня дома не идет в садик, потому что у него что-то плохие какашечки, да? Мам. Мам. А можно не сказать, ты меня заберешь? Это залезу на рукоход на вилку. Ну, если будет время, хорошо, сынуль. Кепку только не забудь, Антошек. Антошек идет. Папа его сейчас отвезет в садик. Нет, ты. Нет, папа. Нет, ты. Мама, где? Где твои шлепочки? Я не знаю, надо поискать. Мама, пошли. Пошли. Так, Афанасий помогает, да? Да. Кому ты помогаешь? Дедушке. Дедушке, я думала маме. Не? Дедушке? Что мы делаем? Что это ты делаешь? А тут оваку. Складываешь? Да. Кого? Петрушку. Петрушку, правильно. Мама, это мне, спасибо. Мама, это. Это я тоже все складываем, сынок. Решаем домашнее задание по математике. 4×5! Нет, это не 16. Это 4×4, 16. 4×4, 16. Стой. Ну, если 16... Стой, бабушка, я думаю. 16 еще 4. А, 20! Да. Так неинтересно, да? Угу. Ты ну, понял, дальше. Как это узнавать? Теперь другую использую. Теперь сотри вот эти четвертый и пятый ряд. У нас так все-таки три ряда. Нам же теперь надо вторым способом решить задачу. Сложением? Да. А как мы будем решать ее сложением? Ты знаешь? Ну, сложением легче. Этому мальчику я сделала пузыри. Мы добавили что? Глицерин. Мы добавили что? Мыло. И глицерин, да? И теперь вот у нас пузырь. Приехал. О, папа приехал, да. Давай подуй на него. Или ты не хочешь его лопать? Ой, лопнул. Ну-ка, давай еще. Пузырики, да? Пока, Люка. Так, мы с Афоней завезли Гришу в школу. Афоня, а Петрушку до Степы завезли, да? Афонька, давай залазь в кресло, у нас в машине после моря ужас. Давай, давай, давай. Давай, садимся и поехали домой работать. А ты спала, Маргося? Нет. А кто спал? Ты спал, молодец, сына? Он подрос. Ты теперь подрос, большой стал? Да. Так вы играли? Да. Маргарит, ты играла с Афоней? Да. Во что вы играли? Мы играли в Лего, я построила домик. Да? Да. Ну, бегите, еще чуть поиграйте, я приду, скоро посмотрю, хорошо? Ух ты, а кто тут все так красиво из Лего построил? Я. Дети. Ку-ку. Куда все пропали? Куда все спрятались? Что там на улице жарко, Афонь? Да. Сильно жарко? Да. И вы решили зайти в комнату, да? Да. Алики Кали. Да? Да, Алики. Я рогала в садике. Да? Один раз? Да. Животик болел, да? Рога и рога. А тут? Опять живот болит. Куда? У меня тут припак. В парк? Нет, тут. Не понимаю. По трубке. Трубки? Мы на парке гуляли, устали, ноги болят. Да? Да. А мне ноги бакал. И мы купили себе кучу вещей. А я Антошика забирать поеду. А рюкзачок? Рюкзачок на танцы. Приденетесь? Угу. Давай, обувайся нам на танцы. Сколько сейчас часов? Давай, мы как раз ты переоденешься и пойдешь на танцы. Так, ну что, теперь на танцы, сынок? Да. Ты хочешь? Угу. Сейчас Вика тоже.
Да. Вот сюда сейчас в Есению заедем, водички тебе купим, да? Угу. Давай я открыла потихонечку, садись. Я тоже на танцы ходим. Да. Мы ловим яблочко. Да? Вот этим вот совком. Ну и как, получается, Афонь? Да. Ну да. Ну не почти. Почти получается? Ну да. Я туда обращу пасочку, рыбку. Короче, тут играете, да, пока меня не было? Да. Я нашла яблоко. Из-за чего это вы, молодой человек, расстроены? Потому что не пошли в музыкальную школу. Нет, из-за того, что на рыбалку не пойду. Да? Я думала, тут поликолеют. Идите с Маргаритой играйте. Какая рыбалка, котик? Надо же ужин пойти приготовить. Что мы будем с тобой кушать сегодня? Не знаю. Сама? Да. Только на улице их дуть, хорошо? Нет, это надо. Ну что, я одного мальчика отвезла на занятия, другого сейчас забрала. Буду готовить кушать, и у меня, наверное, будет сегодня это плов. Сейчас я достану курицу, здесь куриные, что это? Бедра, вот. Куриные бедра. И холодильник открылся. В общем, будет сегодня плов с куриными бедрышками. Купила я уже пропаренный рис на развес. Всегда беру для Лени. С ним плов как-то мне больше нравится. Тем более он у нас в мультиварке. Так, ну что, мясо обжарилось. Сейчас поеду за Антохой. Я сейчас чуть-чуть поджарится и поеду за Антошкой. А потом уже буду доделывать жарку. Это морковку, лук. И все, добавляю в мультиварку, складываю и сразу же рис. И посмотрим, как там, на 25 минут или на 50, буду смотреть по состоянию риса. А это такое кольцо вы делали сегодня? А, это не колесо. Кольцо? Да. А колесо по-другому. А я кольцо делала. Угу. Что ты там хочешь? Вот еще один танцор. Ты куда ходил? А на танцы. На танцы или в школу? Один на танцы. На танцы? А пойду там, там. Еще пойдешь? Да, покажу. Давай. Пока я продолжаю готовить, я две небольшие луковицы порезала. Сейчас замороженную морковку и замороженный болгарский перчик добавим. Потом все в чашу мультиварки. Что тут, Гриша? Ну, я бы это всегда... Ну, карася поймал. Карася ну, поймал. Ну, как он тебя тянул? Не, просто как, вот такой вот, как этот, ну, как окунёк такой вот этот средний. Потихоньку, потихоньку, ну, потихоньку. Ну, где соль закинуть их? Давай, котик, нам же на карате надо. Сколько у нас? 19-18. Да, скоро поедем. Сейчас, вернее, уже поедем, а то надо что-то там переодеться, побежали. Стоп. Что вы тут без мамы делали, Фофанька? Кукиви. Кукиви? А что вы, кукиви? Ой. Лики. Кого? Лики. Что такое ликили? Плов. Плотами. Мама же плов приготовила. Ты что кушал? А, кушал плов. Пловик? Да. Вкусный? Ага. А куками? Все, мы с карате приехали с Григорием. Все, заплатили за карате сегодня. Вообще до 10 числа, но сегодня уже 13. А надо! А мама! А мама! А деду мама! Да. А как? Тренировочек. Нормально. А мы еще бы заказали батарейку. Так, ребятки, кто хочет кушать? Я не хочу. Кто это? Маня, Гога, да. Что это за мальчик такой лезет? Кто лезет? Да тебе же так не видно, сына. Мама. Афоня.
Мама. Расскажи стишок. Мама. Да. Я пойду в телефон. Они сидели, а я... Помыться, давай. И идти тогда. Помыться? Ты посмотри, какой ты после тренировки. Прям помыться? Да, прям пойти под душ. Там помыться. Есть что? Да должна быть, конечно. Смотри, мама, смотри. Ты знаешь, что? Мама, что? Кто поженился? Где еще были брат и сестра? Только началась свадьба, уже беременна. Только началась свадьба, уже беременна. Бубу! Бубу даже было? Да. Ольга, на ТНТ. Все было вновь, долго. Дети, только вот сейчас было все нормально, а Фоня мне так хорошо дул волосы. Кто мне дул волосы? А теперь взял и начал там что-то. Это что, новый фен? Да. Это новый фен такой? Ой, какой фен хороший. Новый фен. Где мой новый фен? Включайся. Нажимаю на кнопочку такая. Так вот. Все, включила фен. Давай, дуй. Дуйте фен. Давай, выключила фен. Пик.